Активисты волонтерского центра «Единая Россия» по оказанию помощи жителям в связи с пандемией коронавирусной инфекции ежедневно контролируют соблюдение жителями масочного режима. Бригады волонтеров дежурят на остановках общественного транспорта, ведут разъяснительную работу и раздают бесплатные средства индивидуальной защиты всем желающим. Как отметил секретарь Одинцовского отделения партии «Единая Россия», глава Одинцовского округа Андрей Иванов, в зоне особого внимания самые оживленные маршруты муниципалитета.